Призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Наталья Кузютина стала одним из лидеров обновленного рейтинга Международной федерации дзюдо. В категории до 52 килограммов она поднялась на второе место. У представительницы Центра олимпийской подготовки Тюмень-дзюдо сейчас 4960 баллов. Впереди лишь бразильянка Эрика Миранда. Именно ее победила Кузютина в финале турнира «Большой шлем», который состоялся в Екатеринбурге. Тренеры сборной России традиционно рассчитывают на высокий результат сибирячки. Медали ждали и местные зрители. Не случайно представительницу Тюменского центра олимпийской подготовки Тюмень-дзюдо по аэропорту Кольцова встречали с особыми почестями. И она ожиданий не подвела. В финале заслуженному мастеру спорта противостояла лидер мирового рейтинга веса до 52 килограммов Эрика Миранда из Бразилии. В борьбе за главный приз Наталье оказалось достаточно 2,5 минут. Латиноамериканка, возглавляющая топ-лист Международной федерации дзюдо, не смогла сдержать атакующий напор Кузютиной, которую горячо поддерживали трибуны. Тюменка завершила встречу удержанием. Победой на «Большом шлеме» Наталья добыла 1000 очков в международный рейтинг. Бронзу в этой категории завоевали японка Рина Тацукава и Джессика Перейра из Бразилии. Рейтинг IGF недооценивать нельзя, именно он будет служить основанием для распределения олимпийских лицензий на летние игры 2020 года в Токио.